Привет всем, с вами Прайс. Сегодня мы поговорим о очередной бесплатной игре от Epic Games «Цивилизация 6». Я когда-то играл в различные стратегии, но уже лет 10, наверное, в них не играю. Очень захотелось посмотреть на эту цивилизацию, так как я ни в одну из них не играл, к сожалению. Я предпочитаю игры типа Age of Empires, Run Total War и тому подобных. Но я ее как бы получил, загрузил, и сейчас мы ее включим и посмотрим, что это за игра. Немного коротко о самой игре. Цивилизация 6 предлагает множество новых способов взаимодействия с игровым миром. Объявляйте войны, ведите дипломатические переговоры, развивайте культуру и бросьте вызов величайшим лидерам в истории человечества, чтобы построить цивилизацию, способную выдержать испытания времени. В ваших возможностях создавать огромные империи, проводить активные исследования, также вести динамическую дипломатию, объединять войска. Кроме этого, в этой игре имеется сетевая игра, возможность игры онлайн с другими пользователями. Сейчас я запущу игру и после запуска проверю, стоят ли самые высокие настройки по отношению к графике. И посмотрим сам игровой мир. Недолго, просто несколько секунд для интереса. А так, видеоролик сделан для того, чтобы вы знали, что игра раздается бесплатно на Epic Games. Всем любителям серии Civilization 6 это очень понравится. Не пропустите раздачу. Как говорится, на автомате игра поставила по максимуму все настройки, и особых изменений проводить и не получится. Вернемся в игру и посмотрим на игровой мир. Ну, ребят, на этом все. Спасибо всем. С вами был Прайс. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии. Буду рад ответить на все ваши вопросы.